Здравствуйте! Вы в гостях у канала «Поделки-самоделки». И сегодня я вам покажу замечательную елочку, просто обалденную. Посмотрите, ее можно складывать и раскладывать несколько раз, и ничего с ней не случится. И сделана она из обыкновенного горячего клея. Давайте посмотрим, как ее сделать. Итак, мы возьмем конус любого размера. Берем шпажку, вставляем ее в самую серединку, поплотнее, чтобы мы могли потом спокойно поворачивать наш конус в разные стороны. Теперь мы берем пекарскую бумагу и очень аккуратненько, как можно плотнее, наворачиваем ее на наш конус. Она капризная, скользит, но все равно вы упорно продолжаете свое дело. Так, подлиннее постарайтесь взять такой кусочек бумаги, чтобы у вас в руках оставался такой приличный хвостик, чтобы вам было удобно работать, держать. И теперь нагреваем клей и начинаем делать елочку. Сначала проводим первый ряд. Как вы видите, я начинаю с самого широкого конца. Полностью замкнула кольцо, и теперь я начинаю рисовать такие завитушки. Плюс этого проекта, этой поделки в том, что прямо с этой поделкой можно начать учиться работать с горячим клеем. Не опасно, видите, очень далеко ваши руки находятся от горячего клея. И то есть очень маленькая вероятность обжечься. Поэтому, пожалуйста, никаких художественных данных вам не нужно. Просто вот рисуйте такие завитушки. Одно единственное условие, чтобы только они обязательно прикасались друг с другом, хотя бы в одном месте. Вот видите, я закручиваю как хочу, и неважно, это ровно или криво, абсолютно неважно. Елочка все равно у вас получится очень и очень красивой в будущем. Конечно, хорошо бы выдавливать горячий клей равномерно, чтобы у вас получилась елка одной толщины. Но, в принципе, ничего страшного нет, если вы сделаете толщину разную. Вот видите, в разные стороны я заворачиваю. То вправо, то влево. Такие запетушечки, такие кучеряшечки. Все, мы так делаем терпеливо, терпеливо. Вам вполне хватит одного пистолета с горячим клеем, клеевого пистолета. А вот палочек с горячим клеем вам понадобится, ну, наверное, штук 4-5 на такую вот небольшую елочку. Вы заранее их приготовьте, чтобы они у вас лежали рядышком, чтобы вы могли спокойно их вставить. Только не кладите вашу елку на стол или еще куда-либо в тот момент, когда вам нужно будет вставить новый стержень в клеевой пистолет. То есть держите все время вашу елку на весу, пока клей не застыл, иначе вы смажете всю свою красоту. Очень важно посмотреть, как мы закончим нашу елку. И очень важно ее делать именно с толстого конца. Это делается для того, чтобы она у вас не соскользнула вниз. Вот посмотрите, мы уже подошли к самому кончику. И что мы сейчас сделаем здесь? Посмотрите, вот таким образом я заканчиваю. Просто заливаю клеем верхушечку. И все. Потом нужно будет только терпеливо подождать, чтобы застыл клей. Когда клей застынет, мы разворачиваем нашу бумагу. И
И очень аккуратно вместе со шпажкой мы вынимаем конус. Конус там еще пригодится в других делах, и шпажка тоже. Теперь обрежем лишнюю бумагу, чтобы было удобнее вынимать остатки из нашей елочки. Делается это очень легко. Посмотрите, вот она, елочка уже готовая, красивая и замечательная. Ну, теперь посмотрите. Взяли, сложили. Можно мять и так, и эдак, и положить в карман. И удивить всех своих одноклассников. Посмотрите, просто обалденная, сумасшедшая елка. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Не забудьте подписаться и приходите за новыми идеями на канал «Поделки-самоделки». Ну и чтобы ваша елочка светилась, можно добавить неоновой краски или клея с содержанием неона. И ваша елка будет красивая, светло-зеленая или любого другого цвета в тот момент, когда вы выключите свет. И еще мне хотелось бы сказать огромное спасибо Марине Поповой за ее большую и дружескую поддержку, за ее прекрасные комментарии. С наступающим Новым годом тебя, Маринка! Всего тебе доброго, здоровья, счастья тебе и всей твоей семье! На сегодня все. Пока-пока!